Давайте сейчас, наверное, даже мы сделаем интересную штуку. Я копирую. Но нам надо скопировать еще звук. И я копирую аудиомикс. Так, прием. Раз, два. Раз. Слышно. Я скопировал инструменты. И вы увидели, как я дублировал сцены. Из одной камеры я создал три ракурса, которыми вы можете управлять. Назначить автоматическую смену сцен. То есть это можно вот так вот делать, да? А можно сделать там еще крупнее. То есть вы можете взять ваш Logitech Brio и растянуть его прям совсем сильно и поставить вот на такую штуку. И это одна камера сейчас делает, то есть не несколько. Когда вы сказали, что вы хотите несколько ракурсов, вот вам несколько ракурсов, которые вы создаете при помощи одной камеры. И поэтому бюджет на вашу камеру может быть просто один Logitech Brio 4K. И вот это увеличение ракурса как раз и помогает отрабатывать вот это самое 4К. Но, как заметила правильно Олеся, выводить в свет, то есть на интернет 4К, не нужно, потому что у вас отвалится количество подписчиков.